Нам, естественно, очень важно и внедрять сервисы новые, и помогать людям. А чем интересна дачная амнистия, которая действует до 1 марта 2026 года? А в чем ее отличие от предыдущих норм? Если ранее дачная амнистия фактически распространялась на жилую и бытовую недвижимость, которая расположена в садоводческих товариществах, ранее созданных, то в настоящее время дачную амнистию распространили фактически на индивидуальное жилое строительство. То есть это и ИЖС, и ЛПХ, и садоводство в населенных пунктах. Если раньше фактически только садоводы могли воспользоваться такой опцией, такой услугой, то сегодня уже житель деревни, житель села, житель сельского населенного пункта, города, если у него участок под ИЖС, может по дачной амнистии зарегистрировать не только свой дом, но и, естественно, хозяйственно-бытовые строения. Мы ожидаем, что для людей это будет крайне востребовано, и очень надеемся на то, что люди все-таки найдут время и зарегистрируют свои права.